Привет, дорогие друзья! Сегодня 9 декабря 2018 года, в Алании стоит просто потрясающая погода, и мы с вами опять находимся в магазине Руя Кундура, наверное, самом лучшем магазине обуви в Алании. Почему мы сегодня с вами здесь? Ну, потому что в первую очередь мы хотим вам показать цены на обувь, которая сейчас находится в магазине, продается по скидкам. Ну и, конечно же, многие из вас спрашивали цены на зимнюю обувь. И плюс к этому мы с Айханом в одном из прошлых видео, я не знаю, показывала я вам или нет, мы приобрели обувь, в которой мы ездили в Стамбул, ее тестировали. В общем, вот эти вот ботиночки фирмы Mamma Mia я приобрела в магазине Руя Кундура. И в них мы были и в Эскишхире, и в Стамбуле, и ходили и под дождем, и в очень холодную погоду, и они относились просто потрясающе. И сначала мы покажем вам женский отдел, а потом покажем мужской отдел. И хочется еще вам сказать, что кое-кто из вас писал под прошлым видео, что в Турции не может быть температура минус 30, минус 40 и так далее. Так вот, сейчас в одних из самых холодных регионов Турции, в таких как Карса и Эрзурум, температура воздуха днем 0 градусов, а ночью достигает минус 15. Зимой там бывает температура до минус 35-45. Поэтому в Турции не только есть морозы и холодная погода, но в Турции, естественно, производят обувь под эти морозы, потому что люди должны что-то носить. Поэтому давайте сейчас пройдем, я вам покажу все самое интересное. Абдурахмана. Здравствуйте, да. Да, он говорит по-русски, и я думаю, что многие из вас знают, кто приходил в магазин, да. Помогал вам выбирать обувь. У меня самый главный вопрос. Абдурахман, вот я вижу, у вас постоянно в магазине на улице есть обувь, которая по скидкам. Да. У вас она постоянно. Постоянно, да. И это, скажем так, не сезонная обувь, а, например, сейчас вы распродаете летний сезон. Да, летний сезон тоже есть такая. Нос открыт тоже есть, но закрыт тоже есть. Вот такая. Ага, это на осень, у нас осень так. Здесь чуть-чуть топлее. Да, это тоже кожаная. Кожаная? Кожаная. И цена? Цена нормальная 170 лир, сейчас 50 лир. Друзья, вот вы видите, по скидке кожаная обувь всего 50 лир. В общем, здесь есть самая разнообразная обувь. Есть на каблучке, есть кожаная. Вот это кожаная? Кожаная, да. Mamma Mia, посмотрите, потрясающие, как они называются, мокасины? Мокасины, они да. с такой тоже умной стелькой, да, ортопедически. Стелька, да. 50 лир? Да, здесь тоже 50 лир. Всего 50 лир. Можете купить вот такую более классическую, более такую спортивную, да? Да. И вот такую вот, вот на вечер. Танкетки. Да, на танкетке. Это кожаная? Нет, не кожаная. Это не кожаная. Но не тоже, кожаная. Тоже Mamma Mia, очень удобно. Это комфортно тоже. Также по скидке за 79,90, 80 лир, тоже вы можете прийти посмотреть. Вот здесь все кожаное. Да, это уже кожаная, такого более спортивного плана, классического. Или такая тоже есть, как туфли. Очень интересные, да. Классические. То есть совершенно разные модели за 80 лир. И у вас всегда есть скидки, да? Всегда, да, всегда. Всегда. Когда финиш новая, может быть, ставится скидка. Ну, то есть, как сезон заканчивается, остатки все распродают по очень-очень низким ценам. И также за 80 лир можно приобрести осенний, весенний, да? Да. Но это не кожа. Не кожа. Это кожа-заменитель. Есть вот такие вот более классические модели, а есть совсем вот такие вот спортивные. В общем, очень классные и всего 80 лир. Расскажите, пожалуйста, теперь самое главное, что у вас есть на... Морозную погоду, морозную. Когда, например, минус 10, минус 15, минус 20. Вы запомним, такая обувь мы показали. Да. На, когда, это мы уже смотрели. Да, мы уже смотрели и мерили как. Угу. И новая еще такая модель тоже есть. Тоже. А это прям натуральный мех внутри, натуральный, да? Натуральный, да, внутри. Скажите, пожалуйста, в какую цену вот эти вот ботинки? Это 360 лир. 360 лир зимние. Они есть еще такие же темно-коричневые и черные. Темно-коричневые и черные. Темно-коричневые и черные. Ага. А вот эти в какую цену? Это цена 290 лир. Вот такая. 290. Да. И они прям на такой толстой подошве. Толстой подошве. И мех прям такой плотный очень. Верх тоже кожаный. Кожаный. Вот это кожаный. Кожаный, да. Сколько они? 290 лир. 290 лир. Ага. Но они выдержат, я думаю, сильные морозы, да? Сильные.
Какие еще есть? Я знаю, что есть такая обувь у вас очень интересной тканью, которая на байке, которая тоже выдерживает морозы. Да, вот здесь все внутри, все термаль. А, термальное. Вот, смотри. Угу. И какую температуру вот эта обувь выдерживает? Максимум минус 20 подходит. Минус 20. Потом, вот, что в Турции тоже есть минус 30, там тоже одинаково. А вот, Абдурахман бей, скажите, пожалуйста, когда мы в прошлый раз показали вот это вот, вот эти вот ботинки, и сказали, что она выдерживает, можно ходить минус 15, минус 20, люди написали, что это неправда. Правда, точно правда. Да, и я как раз рассказывала, что в Турции тоже есть холодные города. Да. В Турции шьют обувь на... для тех, кто живет там. Там тоже на смотрит, как Ван или Карс, там Харс, Ру, там тоже одинаковая модель есть. Да. Да. Поэтому это кожаные. Да? Кожаные, да. И стоят они 290 ли. В общем, здесь очень много разных моделей и цветов. Есть вот такие вот бордовые, темные, классические. Есть даже вот такие вот интересные очень... молодежные. Сколько они стоят? Вот эти, например, стоят 280. И такая тоже есть. Ага, под казаки немножко похожи. Угу. Эти стоят 310 лир. Скажите, пожалуйста, а сапоги? Кое-кто еще спрашивал про сапоги. Зимние сапоги есть ли? Зимние нет, но минус максимум, но это тоже минус 20 подходит. Минус 20. Зимние в следующем году будет. Мы смотри сейчас. Угу. Все, фабрики. Но это такие осенне-весенние. Да, осенне-весенние, да. Они стоят 419 лир. Кожаные. Кожаные. Кожаные тоже есть, но качественный. А это какая? Это Мама Мия. Это Мама Мия, да. Очень хорошая. На самом деле очень хорошая фирма. У них очень удобная подошва. Как это называется? Нос. Да. Пошире, вообще удобно. И каблуки удобные. Да. Много разных видов сапог. Ой, вот эти вот очень красивые. Прям такие классические. Да. Какую они цену? Это цена 469,90. А это кожа? Кожа. Кожаные. Да. Ага. В общем, друзья, кто любит классические, кто любит вот такие более спортивные, есть здесь даже сапоги-чулки, да? Да. Прям вот ботфорты, да, сапоги-чулки. Есть еще, я у вас видела, вот такая тоже есть. На шнуровке. Вот эти вот сапоги, например, в какую цену? Это цена как... 200 лир. Ага, 200 лир. Такая. Вот такие вот модели. Вот это вот сейчас самое модное. Модели, которые прям облегают ногу по щиколотке. Они что-то между туфлями, полуботинками. В общем, вот эти вот очень классные. Стоят они 139 лир. Но это, естественно, не зимняя обувь. Какая средняя цена у вас на ботинки? От 200 лир. От... Да? Да, если хорошо, качественно хочет, от 200. 50. Ну вот 140. 140 тоже есть, то это не кожа. Но качественно неплохо. Тоже хорошо качественно. А какая это фирма? Это Фелис. Измир. Фелис. Да. Очень интересный. Все, фабричный адрес здесь на коробке написан. Мне еще у вас понравились вот такие резиновые сапоги. Да. Кажется, что ботиночки, да, такие из лаковой кожи, а на самом деле резиновые сапожки. Кому нужны, смотрите, очень красивые такие стильные резиновые сапожки. Очень много разных полуботинок. Вот тоже. Такие же, как и там, да, сапоги-чулки. Да, вот эти вот мне очень понравились. Это 190 лир. 190 лир. Это кожа? Нет, это не кожа. 190 лир. И, друзья, вот эти вот ботинки хочу вам особенно посоветовать, которые я себе купила. Вот такие, как у меня. Но я просто сняла вот эти вот, как они называются, украшения. Ремень. Да, скажем. Потому что я хотела более классические. В общем, эти ботинки, они очень комфортные. В холодную погоду в Стамбуле я в них ходила. Очень... мягкая у них ортопедическая подошва.
поддерживает ногу. И сколько я в них не ходила, нога совершенно не устала, они не промокли, не замерзла нога. И вот эта вот фирма Мама Ми, она очень... Да, Мама Ми вообще... Да. Есть также такой цвет. Да. Так, похоже, такая шнурками и замок. В общем, очень много разных видов. Вот эти такие более спортивные, да? В какой цена вот эти? Это цена 310 лир. 310 лир. Вот эти вот 300 лир. Эта подошва тоже так. Угу. Тоже с термальной. Угу. И на высокой платформе, на такой. В общем, классные. Это кожа, да? Кожа. Кожаные. Ну, в общем, на кожаную, как вы понимаете, цены хорошие, качественные, от 200 лир и выше. 200 лир, да. 200 самые лир дешевле. И выше. У вас, кстати, еще есть очень интересные такие оригинальные модели. Кто прям любит что-то необычное, посмотрите, здесь и каблук такой, и какой-то ремешок. И вот эти вот, в какую цену они? Это 210. 210. Зелененькие есть различные. И такой тоже есть. Вот одинаковый каблук, другой. В общем, вот такие вот оригинальные модели. Ну и, конечно же, кто любит высокие каблуки. Или такая модель тоже есть, как... Ага. Как чулки. Да. Ботинки, туфли. Очень красивые. В общем, друзья, очень много... Когда вы меня спрашиваете, есть или нет какая-то обувь, сапоги, ботинки, туфли и так далее, самое правильное, что нужно сделать, это просто прийти в магазин, посмотреть. Да. Потому что, когда я пришла сюда, я планировала купить совершенно другое, чем я купила. А в итоге я взяла вот это, ну и убрала ремешки, и получилось просто... Это именно такие ботинки, как я хотела. Поэтому... Абдурахман Бай всегда здесь. Да, я всегда здесь. Да. На русском языке. Просто субботы нету. Только субботу нету, но вы все равно приходите. Да. Да, поэтому если, конечно же, вам нужна хорошая обувь, мы рекомендуем магазин Руа Кундура, потому что мы сами носим эту обувь. Не один год, не два, а уже более 4 лет, и мы гарантируем. Да. Ну, вот я лично те вещи, которые я ношу, я могу сказать, что они очень качественные и удобные. Теперь... Пройдемте в мужской отдел, и там уже Айхан покажет вам мужскую обувь. Мужской отдел магазина Руа Кундура также находится прямо рядом с женским. И здесь на улице у них также выставлены скидочные обувь по скидкам. Вот вы видите, за 70 лир, за 70 лир различная спортивная обувь. И Айхан... Сангестай, Ангия, Кабисан, Алдан. И именно вот этих вот ботинках Айхан ездил в Стамбул, фирмы Грейдер, вода не протекает, не промокает, очень классные. И именно в этих ботинках мы поедем и в карту. Айхан, это кожаная обувь. Yani -30 derece kadar. Натуральном меху выдерживает температуру -30. Kaç para bunlar? Сколько они стоят? 300 лир. Угу. Ну, это такие более классические модели. Есть разные виды. Есть черные. Тоже с мехом. Тоже зимние красивые. -10 градусов вот эти вот выдерживают. Угу. Не kadar bunlar? Они стоят? 295 лир. 195 лир. Şöyle su geçirmez graderimiz var. А, işte bu benim. Вот такие вот, вот такие вот грейдеры, как у Айхана, не промокают. Да, не промокают. Очень хорошо держит тепло. Термальные. Они стоят 479 лир. Есть также вот такая вот модель. Она каждый раз держит. До -15 ламберджек они их можно носить. Вене кадар бунлар?
349 лир. Вот это, кстати, очень... Bir de esnek tabanı var. Rahat olur, yormuyor. Очень удобная подошва. Это очень красивая модель. Daha böyle klasik. Daha klasik abi. Mesela şöyle free foot'umuz var. Şu çok güzel bir. Много классических моделей. Например, вот такие. Bakayım mı bunların içerisinde? Bunlar da gene eksi 10-15 derece değil mi? Минус 15, до минус 15 şey. Можно носить. И стоят они 349 лир. Kaç para? 350 lira. Sonra şöyle hamburcakimiz var. Есть вот такая вот модель тоже. Достаточно тяжелая. И на холодную. О, içi bunun şey. İçi yünlü. 25. Их можно носить и при температуре минус 25-30 градусов. 310 лира. Стоят они 310 лир. Ну, конечно же, есть грейдеры, есть всякие ботинки на разнообразные ботинки на осень, на весну. Есть вот такого плана высокие ботинки. Черные и коричневые. 30 градусов до 30 градусов можно их носить. 320 лир. Они чьи-то будут термал того. Хорошо очень держит тепло. Это также грейдер, тоже зимний, непромокаемые. Есть вот такие вот более классические, стоят 349 лир. Грейдерлер, бу грейдера не кадар? Сколько вот этих? Bunun fiyatı 329 lira. 300. 429 lira. Pardon. 430 лир. В общем, есть высокие, низкие модели. Ну и, конечно же, большое разнообразие демисезонной обуви. А вот это вот новый сезон. Новый сезон грейдеры. 350 лир. Спортивные, кожаные. Кожаные кроссовки. Есть черные и зеленые. Также есть были высокие ботинки и точно такие же есть в виде низких ботинок. Стоят они 270 лир. Yine Grider'in ortopedik esnek taban, deri yumuşak bir ayakkabısı var. Ортопедические, полностью кожа. Стоят 279 лир. Очень мягкие и удобные. Если суммировать, то цены на зимнюю обувь начинаются от 200 лир и до 500 лир вы можете найти качественные и красивые мужские ботинки. Совершенно разнообразные модели, формы. И, конечно же, в этом магазине можно приобрести не только зимнюю обувь, но обувь по скидкам, классическую обувь, демисезонную, различных видов, цветов, качества и так далее. Ну и еще раз покажу вам зимний ассортимент. Здесь вы также видите, что есть много цветов, моделей, есть какие-то оригинальные ботинки с оригинальной подошвой, а есть, например, прям вот классические ботинки мужские на меху. Можно приобрести грейдеры классические, либо грейдеры, которые водонепроницаемые, либо вот такого плана классические кожаные ботинки. Женские. İçi zimni. Зимние. Ve su geçirmez ve çok sıcak tutar. -30 dereceye kadar. А, непромокаемые, держат хорошо тепло и до минус 30 градусов стоят они 290 лир. Ve çok hafif. И очень-очень-очень легкие. Угу. Много различных цветов. Но это такая более спортивная. Вот это тоже водонепроницаемые. Söyle. Мужские и женские. Onlar da su geçirmez. Ve iki... Bu bayan, değil mi? Bayan ayakkabısı, aynen. Bunlar? Bunlar. 1080 bayan hem erkek giyebilecek şekilde. Вот это вот, конечно же, женские, а вот эти вот водонепроницаемые, лискон и мужские, и женские, такого более спортивного плана. Aynı şekilde spor ayakkabıları var, su geçirmez. Yani şu bölüme kadar
Капало олды ичин су гечирмес. А, и вот эти вот кроссовки, например, водонепроницаемые, потому что даже под язычок пришит к основе. Поэтому они тоже все водонепроницаемые. Yani есть еще вот такого плана, различные цвета. Много различных цветов. Некадар, месля бу аякабы некадар. Он фиат 279.90. 280 лир вот эти, а вот эти 269.90. 270 лир. Водонепроницаемые кроссовки. Есть большие размеры, мужские, например. Yine aynı şekilde bunlar da burada kapalı olduğu için su geçirmez. Тоже водонепроницаемые. И стоят они 200-280 лир. В общем, фирма Lumberjack. Lumberjack. Mesela bu 46, 47, 48 numara. Bu büyük boy. 46 это размер, есть 47 и 48. До 48 размера есть. Aynı şekilde ayakkabılar da var böyle, kısa olarak. Также короткие, длинные. В общем, друзья, здесь в магазине Rua Kundura очень большой выбор и спортивной обуви, и классической. Mesela bu da özel numara 46, 47, 48 deri ve içi zimni. Это тоже зимние. Каблукач номера? О, 45 номера, а 48 номера и кадар ва. Номер 45 есть до 48, стоит 270 лир. Вот такие классические ботинки с мехом внутри. У кого большой размер, особенно тому подойдут. Докерсом вар. Докерс. Буду суге чермес, кыштык. Тоже водонепроницаемые на зиму. Каждый дереджей кадар колонн? Бу экси 25-30 дереджей кадар. До 30, минус 30 градусов можно использовать вот эти вот кроссовки. Чунки чиндеки сиджак дыч би заман дышарь ятмаз. Чок сиджак тусар. Потому что они очень хорошо держат тепло. Также есть детская обувь, зимняя. Зимняя детская обувь на девочек и на мальчиков. Бу кыз чоджуклар ичин, дейми? Бу кыз чоджуклар ичин, шоле. Это для девочек. Держит, хорошо держит тепло. И не кадар бунлар? Бунун фиаты 185 лир. 185 лир. Sonra şöyle aynı şekilde kız erkek Lumberjack'in su geçirmez botları. Тоже Lumberjack'i, которые водонепроницаемые. Хорошо держат тепло и стоят они 200 лир. Yeah. Hem kız var hem erkek var. И для мальчиков, и для девочек. Sonra içi yine ünlü Kinetix'in su geçirmez botu var. Также Kinetix. Тоже водонепроницаемые. Ну, средняя цена у них от 150 до 200 лир. Это кожаные ламберджеки. Стоят 185 лир. И мальчик, и девочка тоже могут их использовать. Много различных моделей. Вот такого плана кроссовки. Sonra yine buradan devam ediyoruz botlarımıza. Burası da patik grubu. 26'dan 30 numaraya kadar olan. 26. 30 numara arası. Здесь размеры от 26 до 30. Тоже вот такие вот. Bunların hepsi deri ve ortopedik. Полностью ортопедические и полностью кожаная детская обувь. Ne kadar? Onun fiyatı 150 lira. 150 lir. Также для мальчиков и для девочек. Девочкалар. Для девочек. Не, bunların hepsi deri olmak üzere böyle içi yünlü. Полностью натуральные кожи. Yani натуральная кожа. Натуральная кожа. İçi de yünlü, çok sıcak tutar, ayağını üşütmez. Хорошо держит, тоже хорошо держит тепло. И стоят они? Yani o 100. Diğer karşıdaki botun, onun da içini göstereyim size tekrar. В общем, очень много различных видов детской обуви здесь. С мультяшными героями вот такие вот детские сапожки. Некадар олнар? Бунун фиаты 119 лир. А такие стоят 129 лир. Для девочек Frozen, для мальчиков со Спайдерменом. Поэтому, друзья, если вы хотите приобрести качественную мужскую, детскую и женскую обувь в Алании, вы можете пройти в магазин
Роя Кундура. Конечно же, весь ассортимент показать невозможно. Мы вам показали какие-то основные модели обуви. Если вы хотите увидеть, какая обувь по скидкам, потому что обувь скидочная постоянно меняется, что-то приходит, что-то уходит, постоянно распродается. Поэтому для того, чтобы понять, что вам нужно конкретно, приходите сами в магазин, меряйте, смотрите, ну и, конечно же, покупайте то, что вам нравится. Как я уже говорила, в магазине Руа Кундура много разнообразной обуви, очень много качественной обуви. Поэтому я надеюсь, что это видео вам понравилось, что мы удовлетворили ваш интерес и ответили на некоторые вопросы по поводу зимней обуви. Поэтому добро пожаловать в магазин Руа Кундура, если вы живете в Алании или приезжаете сюда в отпуск. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пишите ваши комментарии. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.